Всем привет. Собрался сегодня на тренировку поехать в зал к Джордан. Вот. Не смотрите, что у меня такой вид смешной. Да, я в шлеме. Машиной в Хьюстоне не обзавелся, но зато у меня есть верный конь. Это велосипед. И вот на этом велосипеде мне предстоит преодолеть расстояние где-то в 2 километра, чтобы попасть в зал к Джордан. Что из этого получится, посмотрим, подзаснимем. Так, проверяем маршрут. И будем следовать строго по нему. Хотя я привык больше по интуиции, если честно. Денек сегодня жаркий. Солнышко в полном разгаре. Итак, ориентируемся на улицу Сауэрс. 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 Последний раз на велосипеде сидел, не знаю, наверное, лет 20 на даче. Никогда не думал, что по Хьюстону буду ехать на велосипеде. Я что, прикольно. Главное не встрять никуда и ни в кого. Чтобы меня никто не встрял. Впереди даунтаун, но до него мы не поедем. Это у меня пробная поездочка, а там кто его знает. Автобус. А что, мне нравится. Главное, я говорю, никуда не бояться. Ладно, надо повнимательней. Такие кактусы огромные растут здесь. Я и приехал. Ачтаун. Кроссфит. Yes, yes, no, yes. Little wrist work. Yes. Control. Yes. У Джордан, по всей видимости, сегодня проходка. Вот делает она рывок классический. Ну, по мере
знание английского языка, пытаюсь ей немножечко подсказать. Но так довольно-таки быстро улавливает все эти нюансы. Девчонка занимается всего полтора или два года тяжелой атлетикой. Yeah. Хотел на 4 присесть 210, но что-то заднее подзабито. Вот. Ну нормально, тренировочка прошла. Рывок в полуприсед 140 плюс приседания. Трастер 150 и 210 присел на разик. До этого 190 на 4. Нормалек. Для среды пойдет. Джордан, thank you so much. Thanks for coming. I'll see you tomorrow. Yes. Like 10? 10? Yeah. Okay. 9:30 or 10. Okay. Thank you so much. You. Good luck. Thank you. Good luck. Ну вот, Джордан, серебряный призер чемпионата Соединенных Штатов. Работает тренером, зарабатывает себе на жизнь. Никаких сборов, ничего. На своем энтузиазме, как говорится. Вот так. Трудится, не покладая рук. Ну ладно, мы первую половину дня отпахали, там у меня должно видео загрузиться. Альфаретто семинар в Атланте, это я еще 2 месяца назад делал. Надо немножко сейчас поднабрать и повыкладывать видосов, то накопилось немало информации. Ну все, а мы едем дальше, до дома, до хаты, на вот этом коне.
Не, а что, на велике прикольно, я хочу сказать. В такую погоду самое то, что нужно. И коленочки разминаются перед тренировкой, и релаксуешь после тренировки. Вообще здорово. И любуешься пейзажами. Не, ну кактусы здесь нереальные. Или это алоэ, как это называется? Алоэ, скорее всего. Все цветет и пахнет. Ну что здесь погода такая? И грибы тут растут, и цветы, и все. Потому что жарко. Красавец.